Всем привет, ребята, с вами Сова, и мы продолжаем дальше играть в Fallout 4. Перед тем, как мы начнем дальше куда-либо продвигаться, поставьте пальчик вверх. А мы погнали. Так, сейчас мы сначала облутаем все этот вокруг. Мы вроде тут... Давайте сейчас на кисточку возьмем. Не знаю, что за кисть. Ладно, нужно найти теперь этого робота. Давайте сюда сначала ведем. Зажигалка. Огнеметь не нужен. Пепельниц у нас не ходим. Так, огнетушитель не надо. Так, поднос опять. Так, направо. Что-то у нас есть. Тут так туалет, душевая, в общем, здесь была. Где мы, в общем, начинали играть. Так, стульчик, тут больше ничего нет. Так, тут тоже. Бензопила. Коробка за боеприпасами взяли. Комод. Кресло. Вот там что-то есть. Так. И... A sort of note, I guess, from a sponsor here in Diamond City, and I'll, Так, понятно, значит, кто-то есть в живых, потому что есть радио, и значит, нужно... Радио у меня всё-таки сети, я видел это радио. О! Изолента, серебряная медаль, комбинированный ключ. Ладно. Побежали. Побежали. Опа, вот он, робот. Привет. Здесь ваших родных тоже нет. Они на самом деле пропали, да? Thanks for trying. What about the city? Pumphead is nearby, and, well, the people there have only shot me a few times. There's still people alive in Concord? Yes, although they're a bit rough. You remember the way? Just across the southern footbridge, around the neighborhood, and past the Red Rocket Station? Конкурс. И куда? Ну, смотрю по карте, да, вот у нас. Ну, то есть сюда нужно бежать. О, мостик. Пошлите к мостику. Перейдем. Гляньте, еще почти машины сохранились. Один минус. Телевизор не работает. Лампа светится. Холодильник. Бутылка из-под молока. За собой закроем. Этот холодильник. Так. Ладно, ничего. Пить нельзя. Закроем лестницу здесь. Да, 210 лет подземелье прожить этажу. Вот так, ладно, побежали. Что такое? Урна для мусора, осколочки. И хлебница. Жесть. Пикой, нужно там что-то выбрать. В общем, сейчас кое-что можно. О, что такое? О. Нет, нельзя. Что это за звуки? А, нормально.
как-то плохо. Зачем я его взял? Не знаю, вообще подали. Лом. Собака. Гляньте, тут всего. Костюм протяги. Так, одежда. Не нужно, потому что... Жалко, вот это нельзя вот так вот выбирать. Памятник чей-то кому-то там был. Жалко, очень жалко. Так, ну нужно вот сюда куда-то бежать. Ну, я так понимаю. Собака? Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You wanna come with me, pal? Okay, then. Let's stick together. Красиво. Hey. Wait there. Over here. Так. Давайте отнимемся и на пистолет переключимся. Hey. Head over there. Пошли со мной. Hold position. Come on. Пошли со мной, друг. Вон. Что такое? Гнуться. Stay there. Не-не. Moving out. Да все, отойди. Эй. Так, пошли. Это что такое? Брони. Хоботок, восьми шар какой-то. Hey. Так, ладно, побежали. Мне нужно бежать по карте, и чисто сейчас не будем бежать. Останавливаться. Stay there, boy. Следуй просто за мной. Вот что такие. Хедшот. Я на тебя, рейдер. Ой, тихо, тихо, рейдер. Еще один кастет, кожаная, зеленая. Для правой руки и дорожная, кожаная. Слышно. See if he had anything worth taking. But grab anything useful. О, даже так можно. Эй, собака. Check it out. Вперед. Ничего не стоит, да? Как же мне это труба есть? Я так думаю... Ну ладно, здесь пока что не будет. Снайперы, снайперы. Опа, уровень второй. Hey, up here, on the balcony. I've got a group of settlers
Собираем, так все собираем себе. Из лазера мушкета можно стрелять усиленным выстрелом. Выстрелом можно усилить и... Не успел, блин, почитать. Гляньте, сколько всего у меня. Нельзя с ним начать. Музей свободы. Что за музей? Без понятия, в общем, сейчас заходим и смотрим, что к чему, как, куда. Рейтер минус. Чих. No bobby pins. Отойди, собачка. Может быть, тут вопрос можно пойти? Страшновато, ребята. Кто ты? Пошли. Следи сверху. Это один пёс. Что это такие за когда, коды, куда? Так, да подвинься ж ты, собака падальная. О, вошли. Кто у тебя патроны, рейдерская броня для правой руки и кожаная? Ты чё вообще? Патроны. Не, мне нужно вот эту ерунду. Как ее выкинуть? Так, ладно. Так, забрали. Так, нужно оружие поменять. Теперь он сейчас патрон к нему. О, нифига себе. Ты что, обалдел? Ой, нет. Иди отсюда. Выкидывай ножик нужен. Что больше здесь ничего нет. Вот что, дробовик был. Патрон дробовик. Ну все, давай стрелять с автомата. Патроны. Нет, не нужно. Вот они, пацаны. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garden, Commonwealth Minute. Угу. Glad to help. We could use some more goodwill. As you can see, we're in a bit of a mess here. Видели вы, что я делся?
world's changed so much. None of this makes sense. You all right? Listen, we need your help. And then maybe we can help you, huh? What brought you out here? My son Sharon's been kidnapped. He's not even a year old. That's messed up. I'm sorry. I know how this world can be. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the pools in Lexington, and now this mess. What ghastly region? Ghouls? What are ghouls? Кто такие? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. Radiation rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. The greatest proof is wrong. But, well, we do have one idea. Let's hear it. Sturgis, sell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. That's some serious protection. Oh, it gets better. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertebrae. Do that. No traitors getting express tickets to hell. You dig? Minigun. Now. I know, right? Only there's one hitch. Suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. We know right where to find it. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You can give it a shot. Давайте. Can't be too hard. See what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Good luck, F1. Так, я так думаю, мне нужно все-таки переодеться. Так, я так понимаю, мне нужно вниз идти. Так, и можно поменять на пистолет на свой. Давай сначала тут спустимся. Так, взлом замков. Перемещайте мышь, чтобы выбрать положение шпильки. Используйте А, чтобы повернуть отвертку. Если вы выбрали правильное положение, замок откроется. Если замок не поддается, отпустите А и переместите шпильку. И какой-нибудь
положение. Ой, сломалось. О, да. Так. Сейчас куда-нибудь. Подо мной, значит, да, что-то должно быть. Я так понимаю. Нет, не сюда. А куда же? Понятно, тут кругами ходим. А, мне теперь на крыше надо будет забыл. Так, чтобы нам попасть. Ну, нужно тут теперь бежать. Письменный стол. Так, ладно, ладно. Что-то клей и жетон. Забрали. Шабака. Микроскоп, модная щетка для волос. Так. И как же мне теперь выше подняться? Перепрыгивать? Такой здесь один, тогда такой выход. Давайте посмотрим. Перепрыгнул на это или нет? За собой не закрыл это. Блин, зачем перепрыгнуть? Ох, страшно. Даже очень страшно. Канистры на всякий случай. Так. Ну понятно, не нельзя. Так, ладно. Так, это все взяли. Я так думаю, нам теперь нужно уже вовнутрь. Типа сказать то, что я раздобыл. И этот
They're more of you, sure, right? Find us some help. Just look at ya. Так, одежда. Так, нажимать так, дальше. Что ж нам теперь нужно делать? Sturgis. What? Don't look at me, new guy. I just fix stuff. Any day now, new guy. Hey. On, guys. Понятно. Мне, короче, нужно было сейчас всех этих... Ну, было сверху всех поубивать. И оттуда уже, походу, что-то либо будет происходить. Не знаю, конечно, что. Я как бы получается. Так, мне нужно оружие. Так. Также можно, да. Ну, мне что-то нужно было всех повалить. Все, парни, блин. Да что умрёшь? Нифига себе! Это жесть. Так, я смотрю, у меня уже рук нету.
ты чё, зараза? Бедный песик. Так, и сейчас никуда не нужен туда, что ли, че? Непонятно, где наше задание, в общем. Но все-таки. А, мы же отсюда вроде пришли. Нет, нет. Так, все ясно, понятно. Хорошо, что мы нашли новый, ну, то есть себе домик. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. You can never have too many friends. Not in the comic book. Listen, when we first met, you said you were glad to help. Ну, переключайся, это уже было. We owe you our lives. What happens now? For the longest time, Mama Murphy's had a vision of a place called Sanctuary. Some old neighborhood, but one we can make new again. Why don't you come with me? I could really use your help. I got my own problems. Well, that much is true. 'Cause I see your destiny. And I know your pain. Okay, I'm listening. You're a man out of time. Out of hope. All's not lost. The sun's energy. He's alive. I'm listening. Look, I know how it sounds. The sight, it's weird. And it ain't always clear. But your son's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the common. Diamond City, the biggest settlement around. What's in Diamond City? Sean there? Look, kid, I'm tired. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Oh, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the site. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. Alright, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. Not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Oh, hold on. Any worse thing. Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So, Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Oh, okay. Я так-то не пойму, мне сейчас за ними идти или... Нет. Bye. Don't worry. I'll get these people to send you. We owe you. No doubt about that. Sturgis. Так, я так понял, мы сразу нашли и ушли. То есть мы с ними сейчас понимаем. Let's move out. I'll take point. Stay close, everyone. We're right behind you, boss.
Мне нужно, короче, курс держать теперь прямо самому. Так. У меня уже уровень 3, нифига себе. Так, ладно. Пошли вот так вот. Ну, да, я так думаю, нужно будет убрать. Тут дурацкий пистолет поставим. Так, одежду, я так думаю, нужно будет. А как силовой бронь? Ну, одежда. Костюм, следопыт, очки. Ой-ой-ой. Как, я же снял. Так, ладно, давайте полностью это доломаем. Так, я так понял, нам нужно путь теперь держать вот сюда вот. Как мне снять эту силовую? Так, карта. Ох, как нам долго нужно будет бежать. Так, ребят, я так думаю, мы, наверное, закончим на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте оставлять свои положительные комментарии. Всем удачи и всем пока.